интересная песня, которая почти стала народной. По крайней мере, я слышал на кассетах. Ее написал там боец нашего полка, который потом погиб, да, потом. Я слышал в Яве, на концертах, там, сам, то есть приятно, что... Обычно называют эту песню про афганскую армию, но оригинал это написал я, это была песня о советской печати. Дрожит душман в пули Хумри и около Герата, его крушат, черт побери, афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле войска афганские одни, ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают, о чем советская печать стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода, границу перешел и встал, любуется природой. Дает концерты в кишлаках, а в паузах антрактах детишек носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент и неплохой, но где ему сравниться с афганской армией лихой, которой враг боится? Она разбила 1000 бат, нет, 1 000 000 000, почти очистила Шумдан и 2 других района. Сильна, отважна, велика, заслуженно известна, а мы все пляшем гопака и чиним трактор местный. А мы плясали гопака, чинили трактор местный.